Доброе утро. Мы сегодня, конечно, поедем в настоящий госпиталь, но не в роддом. Как видите, живота у меня нет, а то в комментариях уже поздравляют. Это в счастье будущей маме. В роддом мы поедем по сторис 2-летней давности. Ленечка, сегодня день рождения. Я выложу пост, там поздравите. Не чирикайте в директ. Что я рожу сегодня? Вот. У меня какая-то особенность плоского пузыря. Там вод почти не было, мне его проткнули, а воды зеленоватые. Я очень боюсь. В общем, была такая ситуация, что Леон уже опустился вниз, и его голова настолько сильно натянула плодный пузырь, что тот не мог порваться, воды ушли наверх, и, собственно, из-за того, что пузырь не мог лопнуть, родовая деятельность не начиналась. Вот хорошо то, что я выпила этот коктейль, от которого у меня закаменел просто живот, я поехала в роддом, мне прокололи пузырь, и, собственно, у меня начались схватки, и уже на КТГ, когда у меня были схватки, у меня постепенно все эти воды сверху вытекли. А, как вспомню, так вздрогну. Алло, Виталий! Виталий! Что, вы там долго еще будете пост писать? Господи, я уже целый час вас жду. Встань, что, выйдите. Пойду потру. Потру себе ножки, пока сделаю что-нибудь. Вот что с этими мужиками, а? Первое, что мы делаем, пока ждем мужчин, ухаживаем за собой. И первое, это массаж сухой щеткой, потому что если вы сначала поприседаете, кожа немножко вспотеет, это будет массаж не по сухой, а по мокрой, и, короче, это не очень хорошо. Берем круговыми движениями. Мужчину до сих пор ждем, ладно, пока красные ножки берем, скраб, идем, все вот это вот, то, что отшелушили мертвую кожу, смываем, скрабируемся и потом делаем маску. Ну что, девочки, попа сама себя красивой не сделает. Теперь после скрабика еще на влажную кожу горячую маску, горячий шоколад, который жжет так, что мама не горюй, жжет жир в прямом смысле этого слова. Только я хочу сразу вас предупредить, не надо делать в один день и щетку, и скраб, просто это я лютая, я себя тру щеткой каждый божий день, у меня как бы кожа все нормально. У вас, если кожа не привыкша, лучше чередовать, и холодное, горячее обертывание тоже лучше чередовать. Девчонки, я всегда вам напоминаю, обязательно перед обертываниями делать скраб, чтобы усилить ток крови, отшелушить кожицу. Посмотрите, у меня тут собрались просто сбор, смотрят, как я снимаю. Джамбо! Обязательно запоминайте мой самый любимый скраб. Он не сухой, он не запачкает вашу ванну и офигенно пахнет просто. Дальше мы наносим горячую вот эту маску шоколадную. Тоже ее хорошенько растираем, потому что здесь есть крупички, чтобы она хорошенько работала и начала вас жечь. На животе у меня холодное обертывание, вот такое вот. Оно сгоняет лишнюю воду и убирает отечность, поэтому живот выглядит стройнее. Вообще я чередую холодное горячее обертывание. И в конце, конечно же, лифтинг-крем, который усиливает выработку коллагена на ножки, на животик. Просто не благодарите. Вот на вот эти 4 средства на комплекс сейчас есть скидка 35%. Я вам это все рассказываю, когда есть скидки, чтобы вы просто рвали, метали, покупали и наконец-таки охудялись. Свайпайте и пользуйтесь на здоровье. Я уверена, что вам очень понравится. Их стало еще больше. Чего вам надо? Чего вам надо? Они могут уйти? Пожалуйста, вы меня смущаете. Я тут в труселях стою. Блин, короче, надо побыстрее родить. Сейчас хваточка будет. Посмотрите, что это здесь за красавчик такой 2-летний. Ребят, когда увидите вот такую вот фоточку вот с красной рубашечкой в ленте, просто лайкайте этого красавчика. Поздравляйте его, да? Меня посмотрела акушерка, сказала то, что голова прям уже очень низкая, и вот она идет искать врача, чтобы посмотреть, как у меня там шейка. Если шейка готова, то типа я очень быстро рожу, и я хочу, чтобы она была готова. Я сейчас кайфую, у меня в коваре обезболивающее, промедол, чтобы шейку лучше раскрыть, потому что, говорят, голова вот прям все, она готова выйти, то есть готова родить, и надо, чтобы шейка раскрылась до конца. 5 сантиметров осталось. 50 тысяч – это месячная зарплата, а то и больше, и мы хотим вам подарить просто за вашу активность. У нас, кстати, еще впереди 10.
призов по 50 тысяч будет. Поэтому я призываю вас воспользоваться шансом, потратить минимум усилий и попытаться. Задание на сегодня на 2 приза по 50 тысяч рублей. В течение дня у нас будут спрятаны цифры вот такие. Вот этот пример, он не учитывается. Они отдельные, выделенные, ни с чем не спутаете. Надо будет пройтись по моим сторис, сторис друзей, на кого я подписана, и найти эти цифры. Нужно сложить все найденные цифры за целый день у нас в сторис и вписать в 2 окошка, которые появятся у 2 блогеров, на которые я подписана. Может, оно и у меня появится. Окошко может появиться в любой момент, поэтому ставьте уведомления на сторис, чтобы не пропустить и вписать число. Молодой человек, обожаю его, просто обожаю. Тоже такая, о-о-о. Брат и сестра, одна сатана. Мы в столице Занзибара. Вот так здесь все выглядит. И госпиталь очень даже ничего. Поджаристая кукурузочка продается. Там маракуечка. Ну вот это, собственно, знаете, такой весь выбор. Ну, очень скудный фруктиков. Вот такие дороги. Ребята, для особо одаренных цифра будет отдельная. Там не будет никаких рядышком букв. 5 кило и так далее. Как ваше настроение? Все хорошо? Вот мы сидим в госпитале. Да. Мы сидим на плацу. This time maybe 4 days. I can't appreciate what exactly. Так, мы в центре самого Занзибара, столицы архипелага Занзибар. Вот так вот здесь живут. Дзямбо! А, это наш ресторан. Ну, вот так вы прогулялись с нами по Занзибарским улочкам. Хочу обратить ваше внимание. Смотрите, какой огромный, да, кусок осьминога. Казалось бы, он должен быть резиновым, но они здесь такие мягчайшие. Просто как белая рыбка тает во рту. Я в шоке.